Москва, 2 мая, РИА Новости. Пользователь Facebook Александр Кузьменко опубликовал видео нападения на депутата Верховной Рады Мустафу Наема. В ролике видно, что Наема окружили 5 человек, один из них сильно бьет его по лицу, после этого его толкают и наносят еще несколько ударов. Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По словам самого депутата, его попробовали подрезать на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика, тогда он заблокировал дорогу машине, водитель которой попытался это сделать, и вступил в перепалку с ним и пассажиром. Те, по его словам, решили вызвать своих ребят, один из которых и начал избивать депутата. В больнице Наему диагностировали перелом челюсти и чего-то еще. Позже член коллегии Министерства внутренних дел Украины нардеп Антон Геращенко сообщил о задержании 3 подозреваемых и опубликовал их фото на своей странице Facebook. Брат Наема Маси, в свою очередь, отметил, что среди них нет тех, кто участвовал в самом нападении. Мустафа Наем опубликовал подробности, связанные с расследованием этого инцидента, и отметил, что хороших новостей пока мало. В частности, стало известно, что 4-й подозреваемый, тот самый, который его бил, успел улететь в Баку рейсом из